среду вечером напротив штаба Восточного военного округа из-за автомобильной аварии на улице Запарина образовалась пробка. Движение на дороге и без того узкое осложнили водители Mitsubishi Pajero и Toyota Wish. Внедорожник ехал в сторону улицы Советской. 32-летний шофер в салоне был не один, он подвозил родственников домой. До пункта назначения хабаровчанин не доехал пару десятков метров. В планы автолюбителя вмешался водитель Toyota, который выезжал из парковочного кармана. По словам владельца Pajero, серая иномарка перед ним появилась так неожиданно, что не оставила времени на противоаварийный маневр. За ним стояла машина, то есть, тут тоже с поворотником направо. Вот я ехал, и он, получается, перед машиной прям выскочил. Ну, он еще развернулся, не видел меня, видать. Минивеном управлял 65-летний пенсионер. Его автомобиль стоял у штаба округа. Мужчине нужно было ехать по делам. Из парковки он собирался вырулить в сторону центра города. Для этого ему нужно было пропустить все автомобили. Как только мужчина тронулся с места, машина в правом ряду остановилась, чтобы выпустить его и занять освободившийся карман. Уступив дорогу, водитель иномарки оказал пенсионеру медвежью услугу. Ограничил ему обзор. Приближающийся Pajero водитель минивена просто не увидел и смело нажал на газ. В аварии никто не пострадал, и хотя назвать ситуацию спорной сложно, водители решили обратиться за помощью к ГИБДД. Дожидаться оформления пришлось почти 2 часа. Все это время проехать по Запарино было так сложно, что владельцы разбитых машин опасались увидеть еще одну аварию, но обошлось раздавленным аварийным знаком. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.